Приветствую вас, дорогие друзья! Как я уже вам и говорила в своем осеннем уходе, когда уже можно использовать и кислоты, и витамин Е, и витамин А, то есть все то, что очень-очень сильно обновляет, отшелушивает, регенерирует кожу. Я сделала заказ на сайте iHerb. Здесь полная система очищения, тонизирования, увлажнения, питания. Давайте я все вам подробно расскажу. Все, что я вам показывала в своем ролике об осеннем уходе, остается со мной до наступления холодов, таких прям сильных холодов зимой, когда солнышка совсем будет мало, и тогда я начну использовать вот эти средства. Я предлагаю вам начать вот с этой линейки от компании Derma E, американская компания. Видите, на каждой упаковочке есть название DMAE. Это мощнейший антивозрастной комплекс. DMAE комплекс самый дорогой, но однако компания Derma E производит не очень дорогие средства, от примерно 650 рублей до 1600. Это очень демократичные цены на косметику. Вполне, я думаю, можете тоже себе позволить такие средства. И этот антивозрастной комплекс прекрасно влияет на выработку собственного коллагена, восстановление коллагеновых связей и подтяжку, действительно, реально подтяжку кожи. Испытано на людях после 60 лет. У меня есть знакомые, которые постоянно используют эти средства в этом возрасте, да, и на них, естественно, более очевиден результат. Это пеночка, она очень экономичная. Ее нужно буквально капельку для того, чтобы вспенить мочалочкой и нанести на лицо. Что здесь содержится? Здесь альфа-липолик асид и С-эстер. Альфа-липолевая кислота, которая усиливает регенерацию. Также DMAE, витамин С в жирорастворимой форме. То есть в правильной форме. Если вы выбросили вот такую коробочку, саму упаковку, всегда на бутылечках есть инструкция, на больших, естественно, побольше. Это очень удобно. Почему нельзя использовать активные такие ингредиенты, как кислоты летом, потому что кислоты очень сильно, слишком сильно увеличивают регенерацию кожи. А это значит, что весь верхний слой кожи у вас будет постоянно обновляться, отшелушиваться, и станет кожа очень тонкая, да, она станет, конечно, красивая, ровная, красивого цвета, убираются все пигментные пятна. Особенно, кто страдает пигментацией, очень вам советую. Но летом нельзя, потому что активное солнце, и нужно всегда SPF, очень сильный тогда нужен SPF, все равно есть возможность подхватить еще больше пигментных пятен. Мне это не нужно, поэтому летом я не использовала никакие кислоты и не использовала витамин Е и А, который также очень сильно обновляет кожу, но кислоты, конечно, еще больше. Следующее средство. Это вся одна и та же, как вы видите, линейка. Firming, то есть подтягивающая. Смотрите, пожалуйста, сами, с какого возраста вам необходимо. Есть девушки, у которых 26 лет огромные морщины, как ни странно, да, мимические, либо это, ну, такая наследственность. А есть люди, у которых за 50, и у них совсем-совсем немного морщин. Поэтому вы, пожалуйста, по своему типу кожи, по своему состоянию кожи ориентируйтесь. Женщинам за 30 рекомендуется использовать курсово вот такие вот средства. Если не слишком много уместится информации, то обязательно вот такие вкладыши Derma E делает. Альфа-липолик асид и С-эстер. То есть это в помощь с тем же самым абсолютно составом, но во много раз усиленное. То есть все серумы, все сыворотки, все ампулы, как их еще по-другому называют, это многократно усиленный препарат. Это значит, как я буду его использовать. Вначале я умываюсь, я наношу на лицо тоник и потом уже серум, который будет втягиваться посредством тоника. Какой тонер я буду использовать? А для разнообразия, для того, чтобы как-то разнообразить свой уход, я буду использовать тонер с витамином А и гликолевой кислотой. Для того, чтобы с разных сторон подходить к обновлению кожи, липолевая кислота и здесь гликолевая кислота. А это тоже anti-wrinkle, то есть против морщин, подтягивающий с витамином А. Здесь опять же полностью вся инструкция, это очень удобно. Всегда читайте внимательно инструкции. Второй клинсер, который я приобрела, тоже с гликолевой кислотой и витамином А. Посмотрим, что будет работать лучше, этот или этот. Для удобства я ставлю один в душ и второй, соответственно, в туалетную комнату. Cleansing oil, то есть это масло для умывания по типу гидрофильного масла, розовое масло. Также там содержится масло органа и жожоба.
То есть оно точно так же наносится на сухую абсолютно кожу, массируется и затем смывается с водой. Им можно смывать полностью весь макияж, но я предпочитаю все-таки вначале снимать с глаз средством двухфазным или однофазным макияж, и потом только уже снимать оставшуюся косметику вот такими вот маслами. Вот такой вот Anti-Wrinkle с витамином А Night Serum, то есть это ночной серум. Эти все средства потрясающе впитываются, молниеносно усваиваются кожей, просто съедаются, выпиваются. И следующее, о чем не стоит забывать, это об увлажнении тонкой кожи под глазами. Hydrating Eye Cream, увлажняющий крем, это утренний крем под глаза. Это очень сильно насыщенный крем гиалуроновой кислотой. Естественно, у кого сильные отеки, проблемы с почками, гиалуроновой кислотой нужно пользоваться с аккуратностью, и под глаза, где есть мешки и отеки, не надо ее наносить. Это продукт, который уберет в течение дня все ваши проблемы с сухости, скроет все-все-все морщинки, которые образуются. Кожа будет наполненная, такая как тесто, упругая. Нужно его аккуратненько, совсем чуть-чуть нанести. Он такой очень хорошо впитывающийся и не катается под макияжем. Если вы дадите ему буквально 5-10 минут закрепиться, будет идеально сидеть макияж. Поэтому обратите, пожалуйста, внимание вот на этот крем под глаза на день. Здесь очень мелкомолекулярная гиалуроновая кислота, которая проникает глубоко, гораздо глубже, чем те средства, которые вы можете приобрести за 100 или 200 рублей в любом аптечном ларьке с гиалуроновой кислотой. Из-за того, что здесь мелкий, это разработка, это нанотехнологии, поэтому здесь, естественно, цены совершенно другие. Теперь о ночном креме под глаза. Это Firming DMA Eye Lift. То есть это крем с содержанием DMA и комплекса, который реально очень сильно подтягивает, восстанавливает коллагеновые связи в коже, что делают очень и очень немногие и очень дорогие кремы. Эти же, как я уже вам сказала, по очень приемлемой цене. Те, у кого есть морщины, очень вам советую. Ну и теперь, наверное, давайте поговорим о креме на день и ночь, который можно использовать всегда, постоянно, и утром, и вечером. Это очень удобно. Это Derma Air Firming DMA Moisturizer. Это очень высококонцентрированный крем. Прекрасно эти средства для возрастной кожи, еще раз повторюсь, для тех, кто хочет получить ощутимый результат, не просто чуть-чуть сменился цвет лица, немножко высветилось одно пигментное пятнышко, а действительно, реально, чтобы провести курс вот такой мощной терапии, лучше это делать именно вот сейчас, начинать в холодное время года. С DMA именно комплексом вы удивитесь результату. Вот таким образом выглядит мой полный комплекс ухода на позднюю осень. Кремы под глаза я приобрела в двойном экземпляре для того, чтобы хватило на весь комплекс. Я почему-то их первыми всегда израсходую. Обязательно использую сыворотки, и поэтому сыворотки у меня тоже две. Что ж, друзья, спасибо большое, что вы были со мной. Я надеюсь, это видео поможет вам определиться с вашим уходом. Советую вам попробовать эти средства. Оставляю вам все названия средств в описании к этому ролику. И также оставляю вам всегда скидку 5%. Скидка постоянная. Пишите, пожалуйста, свои комментарии, задавайте вопросы, я всегда вам рада. Я желаю вам удачи и будьте благодарны за все, что имеете. Пока!